Начнем мы со статистики потерь оккупантов в Украине. 544-й день полномасштабной войны. За это время российские оккупационные войска личного состава потеряли 257 470 оккупантов. Дополняет этот список техника, реактивные системы залпового огня 717 единиц, артиллерийские системы 5245 единиц. В украинском небе за это время уничтожено 316 вражеских вертолетов, 315 самолетов, 4304 беспилотных летательных аппарата, их враг активно использует, а также крылатых ракет в количестве 1406 единиц. Дополняют этот список средства ПВО 489 единиц, специальной техники 790 единиц, автомобильной техники 7680 единиц. Эффект линзы за это время ощутили на себе. 8435 боевых бронированных машин врага, а также 4346 вражеских танков. Ну и отрицательное всплытие совершили 21 корабль и катер. Видим, что здесь, видимо, старая цифра, так что 21, ну и повреждено точно около десятка. Слава Украине! Героям слава, борьба продолжается. Обновленную статистику в течение нашего эфира мы вам покажем. Это была все-таки старая статистика, она касается еще предыдущих дней. Многое изменилось за это время.